Пошла вторая минута второго периода схватки. Может, умойся или... Не, нормально. Нет, 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 Узбекистан, Артур Таймазов, как у нас говорится. У меня с ним очень принципиальная встреча была после чемпионата мира. Если мир это видел, потому что там, судя по необъективным, хотя многие не стоит этого говорить, происходят разные подкулисные игры.
Поэтому приехал сюда побороться, чтобы люди все видели, на самом деле, кто из нас сильнее в честной борьбе. И вот такой, так и произошло. Хотя я уже четвертый раз меня выигрываю, а люди думают, что я у него ни разу не выиграл, он сильнейший. Поэтому по общим счетам я выигрываю, и так выигрываю. Ну, впереди еще чемпионат мира, Олимпийские игры. Будем готовиться. Если объективно судить, как вы оцениваете вообще его мастерство? Ну, объективно судить, вот вы же видели, как у нас бывает сюда. Это у нас очень много и футбольных, и ненужных, как наш уважаемый Селимбай говорил, и другие средства были объективные, и настрой, все, слово, все, проживание, все прекрасно. Люди болеют, любят борьбу, так поддерживают спортсменов, любят вольную борьбу. Спасибо всем огромное, что это поддерживает эту борьбу. Всем организаторам этого прекрасного турнира. Я хотя первый раз в Узбекистане, я истинно и любил эту страну, как говорится, то, что они любят очень борьбу, знают, ценят борьбу. Поэтому в дальнейшем буду приезжать и бороться. Удачи вам!